Этот силач мощностью 375 лошадиных сил получил российское гражданство еще 3 года назад. На 70% он состоит из отечественных комплектующих. Очередной шаг «Россельмаш» – собственная сборка коробки передач для тракторов. В рамках создания тракторного завода с нашими партнерами был заключен договор, в рамках которого мы начали работы по переносу производства из Японии на площадку «Россельмаш». Японская комиссия уже подтвердила качество российской сборки. Весной 2020 года начнется серийный выпуск трансмиссий. В производстве узла заняты исключительно новые кадры. Специалисты, молодые парни, еще опыта набираться и набираться. Но то, что мы молоды, это уже какой-то плюс. Мне повезло, на самом деле, попасть именно сюда, на новый участок. Было решено взять абсолютно новых молодых специалистов, которые еще не имеют опыта работы в данной области. Они были обучены теоретической части, прошли практику на японском предприятии. У нас очень много наглядных примеров, когда молодые ребята в возрасте 30-35 лет возглавляют уже цеха, пришли обычным рабочим или как раз в школу мастера и за эти годы выросли в серьезных руководителей. Логичное завершение производственной стратегии компании – создание тракторного завода к 2023 году. «Россельмаш» уже ведет опережающий набор новых кадров. В их распоряжении корпоративный учебный центр, подшефный колледж, система наставничества.